Я умел заворожить педали. Я тебя разделаю, и все ништяк. Один на один я тебя урою. Что ты слушаешь? Я тебя не понимаю иногда. А я твои шузы не понимаю. Вы же хотели поехать в отпуск. Мне так не терпится завтра уехать. Отлично. Я хочу попросить тебя о чем-то важном. Это касается Тур де Франс. И Франсуа Нуэль в машине номер 5. Это круто. Признаю, я облажался. Есть только ты и твои велосипеды. Ты эгоист. Я? Сильви! А вы уволены. Вы отстраняете меня от гонки? Вы просто уволены. Я звоню, потому что решил пройти Тур де Франс. Я буду проходить каждый этап за день до профи. Алло, Франсуа, как дела? Плохо, все плохо. Тяжело, но у тебя может получиться. Мы, как говорится, группа сопровождения Франсуа. А я, как говорится, его тренер. Значит, мы, как говорится, одна команда. Дамы и господа, он сделал это. Потрясающе, фантастика, невероятно. Разве вам не хочется врезать ему пощечину? Думаешь, что понимаешь своих детей и делаешь все как надо. Однажды просыпаешься и понимаешь, что проспал целую серию. Да, у меня не серия пропущена, а целый сезон. Сейчас не время, спонсоры ждут. Франсуа, ты обязан доехать. Но это мой сын, ясно? Ты же бросил велоспорт из-за меня. Нет, я бы никогда не стал чемпионом. Я буду с тобой добр. И дам 10 минут форы. Но я не участвую в гонке. Просто тебе это все в голову ударило. Решил стать суперзвездой в роскошных отелях со спонсорами повсюду. Тур де Шанс. Черт, я сдох. Ты видишь триумфальную арку? Нет. Остановишься, когда ее увидишь. Так что дави на педали.